Светило солнце, пели птицы, и все пони были счастливы. Затем внезапно небо потемнело и наполнилось биением крыльев. Оборотни, ведомые злой Квин Крисалис, обрушились на Понивиль, грабя все на своем пути и заключая пони в ее зловещие коконы. Она опустилась на замок и с помощью своих приспешников разбила древний волшебный витраж, оставив замок в разрухе. Но самое ужасное, она захватила элементы гармонии и разбила их, разбросав кусочки по всей Эквестрии. Теперь настало время для шести пони вернуть все на свои места. Найдите все, что было украдено, почините витраж и выследите оборотней по всей Эквестрии, чтобы вернуть элементы гармонии в надлежащее место. Вперед, пони! Все пони так рады, что ты здесь. Нельзя терять ни секунды. Нам нужно догнать этих оборотней. Найден еще один украденный кусочек витража. Для этого задания нужно только две пони. Но смотри! Квин Крисалис произнесла заклинание, и некоторые из наших пони уснули. Выбери пони из тех, что уже проснулись. Эпплджек! Вперед, пони! Оборотни в Кантерлот? Ненадолго. Эй! У этого оборотня элемент! Погоня началась! Ты на шаг ближе! Ух ты! Нельзя терять времени. Выбери пони. Скорее. Эпплджек. Или Твайлайт Спаркл. Твайлайт Спаркл может двигать предметы с помощью магии. Используй свой палец, чтобы помочь ей передвинуть объект. Потрясающе! Уже почти! О, нет! Должен быть какой-то способ открыть эту дверь. Отличный ход! Снова в погоню! Да! На шаг ближе! Ух ты! Время выбирать пони! Здесь что-то спрятано! Давай найдем это! Это похоже на одну из книг «Принцесс Луна». Наверное, нам нужно найти остальные. У тебя получилось! Уже почти! О, нет! Несколько пони знают, что делать. Эпплджек или Твайлайт Спаркл. Здесь что-то спрятано. Давай найдем это. Отлично, но погоня продолжается. Да, на шаг ближе. Не так быстро. Фантастика! Давай вернем это обратно в Понивиль. Которая из пони отправится на это задание? Просто нажми на ту, которую хочешь выбрать. Эпплджек. Погоня началась. Ах, Понивиль. Дом, милый дом. Найден еще один украденный кусочек витража. Приготовься к погоне, оборотень. Уже... Танец Пинки Пай вводит плохишей в транс. У тебя получилось! Да! Что теперь? Выбери пони. Кто это будет? Эпплджек или Пинки Пай?
могут сбивать предметы, до которых трудно дотянуться. Отлично, но погоня продолжается. Ты на шаг ближе. Ух ты! Никто не умеет чувствовать опасность лучше, чем Пинки Пай. Да! Да! На шаг ближе! Что теперь? У Эпплджек мощный удар. Чем быстрее ты нажимаешь, тем быстрее она бьет. Берегитесь, оборотень! Отличная работа! Уже почти! Попался! Ура! Давай возьмем это и вернем на свое место! Кусочек за кусочком мы найдем их все! Это первая половинка элемента магии. Отличная работа! Ух ты! Оборотни повсюду! Для этого задания нужно только две пони. Пинки Пай. Твайлайт Спаркл. Погоня началась. Кристал Эмпайр сияет словно чудо. Достань этот кусочек витража. Дадим тебе фору, чтобы было еще веселее. Ты на шаг ближе. Что теперь? Подожди, здесь может быть ловушка. Это работа для Пинки Пай. Отличный ход! Снова в погоне. Уже почти. Ух ты! Время выбирать пони. Пинки Пай или Твайлайт Спаркл. Внимание, оборотень! Потрясающе! Да, на шаг ближе. О, нет! Это рычаг? Потяни за него. У тебя получилось. Уже почти. Ух ты! Я слышу, как кто-то стучится изнутри. Помоги этой пони выбраться. Потрясающе! На шаг ближе. Слишком быстро. Ничего себе, у тебя получилось. Отлично. Давай отнесем этот кусочек домой. Еще один кусочек восстановлен. Отличная работа, пони. Ух ты, оборотни повсюду. Для этого задания нужно только две пони. Пинки Пай. Эпплджек. Вперед, пони! Найден еще один украденный кусочек витража. В погоню! Ты на шаг ближе! Нет. Давай уберем это с дороги. Да! Да! На шаг ближе. Что теперь? Внимание! Сумасшедшая кошка! Как нам пройти мимо нее?
Уже почти. О, нет. Несколько пони знают, что делать. Эпплджек или Пинки Пай. Берегитесь, оборотень! Отличный ход! Снова в погоню! Да! На шаг ближе! Что теперь? Чутье Пинки Пай срабатывает. Здесь что-то не так. На шаг ближе. И куда ты собрался? Невероятная погоня! Мы сделали это! Время возвращаться домой. Он идеально подошел. Элемент гармонии! Давай вернем его. Эпплджек настаивает на том, чтобы отправиться на это задание. Twilight Sparkle. Pinky Pie. Погоня началась. Эй! У этого оборотня элемент! Погоня началась! Уже почти! О, нет! Время выбирать пони. Разбей этот старый кокон. Внимание, оборотень. Отлично! Но нельзя терять времени. Ты на шаг ближе. Ух ты! Эта кошка сошла с ума. Давайте скорее пройдем мимо нее. Ура! Да! На шаг ближе. Что теперь? Нельзя терять времени. Выбери пони. Скорее. Здесь что-то спрятано. Давай найдем это. Грэмми Смит собиралась использовать эти морковки, чтобы сделать ужин. Давай вернем их ей. Отлично, но погоня продолжается. Ты на шаг ближе. О, нет. Ты видишь предмет? Посмотри внимательнее, и ты найдешь то, что ищешь. Отличный ход. Снова в погоню. На шаг ближе. Ух ты! Несколько пони знают, что делать. Здесь что-то спрятано. Давай найдем это. Отлично, но погоня продолжается. Уже почти. Так быстро! Ура! Давай возьмем это и вернем на свое место. Мы вернули еще один кусочек. Отличная работа, пони. Но нужно найти остальные. Давайте вернемся к делу. Для этого задания нужно только две пони. Эпплджек. Twilight Sparkle. Вперед, пони! Достань этот кусочек витража. Крадете наш витраж, да? Да! На шаг ближе! О, нет! Нельзя терять времени. Выбери пони. Скорее! Я слышу, как кто-то стучится изнутри. Помоги этой пони выбраться. Отличный ход.
Снова в погоню! Уже почти! Ух ты! Время выбирать пони! Берегитесь, оборотень! Отлично! Но нельзя терять времени! Да! На шаг ближе! Что теперь? Должен быть какой-то способ открыть эту дверь. У тебя получилось! Ты на шаг ближе! Ух ты! Несколько пони знают, что делать. Эпплджек или Твайлайт Спаркл. Должен быть какой-то способ открыть эту дверь. Отлично! Но погоня продолжается. На шаг ближе. И куда ты собрался? Ура! Давай возьмем это и вернем на свое место. Кусочек за кусочком мы найдем их все. Ух ты! Оборотни повсюду! Тебе потребуется 3 пони, чтобы выполнить это задание. Пинки Пай, Эпплджек, Твайлайт Спаркл. Погоня началась. Найден еще один украденный кусочек витража. В погоню! Ты на шаг ближе. О, нет! Надоедливые пара спрайты! У тебя получилось! Да! На шаг ближе! Ух ты! Время выбирать пони! Эпплджек! Разбей этот старый кокон. Отличная работа! Уже почти! О, нет! Нельзя терять времени. Выбери пони. Скорее. Пин. Внимание, оборотень! На шаг ближе. Ух ты! Опусти мост. Ура! Уже почти. Что теперь? Несколько пони знают, что делать. Я слышу, как кто-то стучится изнутри. Помоги этой пони выбраться. Берегитесь, оборотень! Да! Да! На шаг ближе! Попался! Поймала оборотня. Еще один кусочек витража вернулся на место. Еще один кусочек восстановлен. Отличная работа, пони. Достань этот кусочек витража. Для этого задания нужно только 2 пони. Эпплджек, Пинки Пай. Вперед, пони!
Достань этот кусочек витража. Мы дадим тебе фору, чтобы было еще веселее. Ты на шаг ближе. О, нет! О, нет! Жуки преграждают путь! Отличная работа! Уже почти! Ух ты! Время выбирать пони! Внимание, оборотень! Отлично! Но погоня продолжается! Ты на шаг ближе! О, нет! Подожди, здесь может быть ловушка! Это работа для Пинки Пай! Отличная работа! Уже почти! Что теперь? Я слышу, как кто-то стучится изнутри! Помоги этой пони выбраться! У тебя получилось! Да! На шаг ближе! Не так быстро! Невероятная погоня! Мы сделали это! Время возвращаться домой! Кусочек за кусочком мы найдем их все! Элемент гармонии! Давай вернем его! Мы не сможем справиться тут без Пинки Пай! Эпплджек! Твайлайт Спаркл! Погоня началась! У этого оборотня элемент! Погоня началась! Уже почти! Ух ты! Несколько пони знают, что делать! Берегитесь, оборотень! Ура! На шаг ближе. Что теперь? Нельзя терять времени. Здесь что-то спрятано. Давай найдем это. У тебя получилось. Уже почти. Ух ты! Несколько пони знают, что делать. Эпплджек, разбей этот старый кокон. Потрясающе! Ты на шаг ближе. О, нет! Здесь что-то есть? Ты видишь это? Посмотри внимательнее. На шаг ближе. Что теперь? Нельзя теперь. Здесь что-то спрятано. Давай найдем это. Отлично! Но нельзя терять времени. Ты на шаг ближе. И куда ты собрался? Фантастика! Давай вернем это обратно в Понивиль. Медленно, но верно мы возвращаем назад элементы. Нельзя терять времени, нужно найти остальные. Найден еще один украденный кусочек витража.